увенчание терновым венцом или коронование терновым венцом, картина Иеронима Босха, находящаяся в монастыре Искариал. Авторство ее не оспаривается, в отличие от аналогичной картины, выставленной в Лондоне. Она относится к позднему периоду творчества Босха, когда его традиционные ужасы и фантасмагории уже уступили место композициям более строгим и аскетичным. Картина появилась в период между 1490 и 1500 годами. Ранее высказывались предположения о ее появлении между 1475 и 1510 годами. Начиная примерно с 1533-1574 года, она уже хранится в монастыре Искариал. Работа подробно описана в реестре художественных произведений, пожертвованных Искариалу Филиппом II в 1593 году. У мадридской картины, тем не менее, много общего с лондонской. Поясные фигуры занимают все пространство. Лица палачей искажены неприятными гримасами. Различия таковы. Терновый венец здесь надевается не рукой железной перчатки, а с помощью палки. Такой способ водружения венка изображали немецкие мастера. Рукой в железной рукавице краснолицый воин-латник справа внизу разрывает одеяние, хитон Христа. Его уродливое лицо искажено злобой, а вот другой воин, опершись одной ногой о постамент, на котором сидит Христос, собирается еще глубже надвинуть терновый венец на его чело. Некто третий, выглядывая из-за спины второго, наблюдает за действиями палачей. Среди лиц, искаженных пороком, обращает на себя внимание благообразное лицо немолодого человека в парчевом халате в глубине композиции, слева от Христа. Некоторые исследователи считают, что это автопортрет Иеронима Босха. Человек слева внизу в странном головном уборе, из которого сверху торчит пучок волос, держит жезл с хрустальным шаром, в котором заключено золотое изображение пророка Моисея, держащего в руках скрижали завета. Видимо, он символизирует иудейских священнослужителей, требовавших казнить Христа. У палача в шляпе, проткнутой стрелой, неестественно длинная верхняя часть нога, как будто для того, чтобы показать зрителю, что колено оголено. На ноге странный ботинок с бляхой, которая часто встречалась в изображениях адских монстров. Многие детали, как и в лондонском увенчании, остаются неразгаданными. Например, монограмма на рожке или трубе справа вверху. Или золотой знак на груди человека справа, изображающий двуглавого орла. Христос здесь смотрит уже не на зрителя, а куда-то мимо, и лицо у него скорее измученное страданиями, чем смиренно спокойное. Нет никакого намека на перспективу, и для решения пространственной проблемы художник размещает фигуры в круглом обрамлении. Композиция написана на золотом диске, нимбе, который сияет на темно-сером фоне доски, на которой в средневековой монохромной технике гризаль изображено противоборство ангелов с демонами.